Александрия – центр богословия. Александрия – город, о котором очень много позаботился Александр Македонский. Я говорила, что он заботился библиотеку роскошную создать там. Там очень большая была колония израильского народа, израильтян, которые бежали из Израиля, обосновались там. Очень большая, там очень много было синагог. Это очень царственный такой город был. И там образовалось самое первое учебное заведение в Александрии. Да, школа была. Школа. Для тех, кто готовился к крещению. Школа для крещаемых. И в этой школе, эту школу основал некий легендарный, неизвестный нам Пантен. Мы только знаем, что это был великий миссионер, неуемный человек. Вот школа организовала это, но про него мы больше ничего так не знаем. Зато мы знаем, что ему наследовал в 200 году Климент Александрийский. Но прежде чем говорить о Клименте Александрийском, чтобы нам понять его фантастическое богословие, я хочу несколько предварительных замечаний сказать. Апокалиптизм был матерью христианского богословия. Апокалиптизм, во-первых, вот это все время мыслить эсхатологически, ожидание пришествия, да? Но еще апокалиптизм, он выражался в том, что представляли Христа, который воюет, сражается с демонами, побеждает власть демонов, устанавливает новый мир с божественным правосудием. Крещение является радикальным разрывом с прошлым и прорывом царствия в настоящее время. Это тоже апокалиптизм, это тоже такое эсхатологическое понимание прорыва будущего в настоящем времени. Но мы тоже так понимаем, что с церковью и с возникновением церкви и христианства действительно будущее прорывается в настоящее. Такое было мироощущение отцов церкви первых веков христианства. Царствие прорывается в настоящее время. Особенно это было чувство Востока. Сверхъестественное пронизывало всю языческую философию и культуру, и это отразилось на христианстве. Языческая философия, языческая культура была пронизана сверхъестественной. Но вы знаете, там все и боги, и чудеса, и суеверия, и фантастика, фантазия перепутывается с реальностью, мифы Древней Греции. Христианская демонология очень развита была. Они основывались на Бытие 6.1. По 4 стих. «Блуждающие духи деградировали из-за похоти, и теперь ищут совратить людей». Ну, написано это в Писании, вот они домысливали. В Писании очень коротко сказано. Сыны Божии увидели. Ну, пожалуйста, прочитайте. Бытие 6, с 1 по 4. Ну, Коля. А когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духом моим мы пренебрегаем человеком, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет. Это до 4. В то время были на земле исполины, особенно же в того времени, как сыны Божии стали ходить дочерям человеческим. И они стали рождать это сильные и здравые слова. Вот на этом они основывались, демонология. Блуждающие духи деградировали из-за похоти и теперь ищут совратить людей. Языческие божества – это похотливые ангелы. Так говорил, например, Афиногор. Борьба первых монахов с демонами описана в биографии святого Антония.
если кто найдет эту биографию, прочитает, она указана на списке обязательно литературы. Есть и художник Босх, он написал «Искушение святого Антония», где показана, значит, картина сплошь населена демонами. Страшные физиономии, морды какие-то, змеи там, ящеры, между ящерами какие-то красавицы. И вот и Антоний, он уверял, что он воочию все это видел, все это его осаждало. Ну, понимаете ли, такое было понимание, почему я говорю апокалиптизм, мать христианского богословия. То есть они понимали все духовные истины, понимали еще с таким вот оттенком, ну, на нашем языке мы сказали бы, они видели духовную войну в реальных образах, вот, материальных образах. Ориген пытался проникнуть в эсхатологию, и это часто его уносило за пределы вообще христианского вероучения. Мы будем об этом говорить, об Оригене. Но его современники это терпели, потому что вопрос очень их интересовал. Как оно будет там? А что это в невидимом мире происходит? А к чему жизнь идет? А что будет в конце времени? Вы понимаете, очень интересовали. Поэтому современники закрывали глаза, когда он нарушал, собственно, христианское учение. Вот мы говорили, что среди первых отцов апостольских был пастырь, произведение пастыря, написал его Ерм. И я говорила, что это невозможно читать, потому что он фантастический совершенно. Но да, любимейшее было Дадыр зачитанное произведение, потому что там много было апокалиптичных картин, которые побуждали к покаянию, фантастических картин, ужасных картин, которые, как мучается душа, если она не покаялась. И, в общем, люди многие каялись, читая этого Ерму. Ну, такое время, что люди очень интересовались этими вопросами. Ну, и во втором, в третьем веке эллинская образованность плюс истинное Евангелие родили александрийский стиль богословия с его аллегорическим методом толкования. Истины христианства превратились в науку в литературной форме. Вот и на примере Климента Александрийского и Оригена мы сейчас это увидим. И про аллегорический метод истолкования мы тоже с вами поговорим. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.